have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, конец недели, наше метро подъехало, сегодня Лагос, погодите, Лагос или Лагос, по-моему, а я не уверен сейчас, пишите, пожалуйста, как будет правильно, режим экстремальный, сыр, грать, поехали, посмотрим, что у нас, как у нас, тут у нас прям сходу... Два туннеля я использовал, еще три осталось. Хорошо. Вот эта точка сверху. Это там, где будет... Да, там, где будет... Линии поезда нельзя убирать. То есть мне придется вот так вот в подвешенном состоянии... Линии нельзя убирать. Как? Вы че? Я это быстро проиграю. Можно только продлевать, да? Нельзя убирать. Офигеть. То есть закольцовывать нельзя! Ах ты ж... Ух, тух-тух-тух-тух, вот это интересное кино, кстати. Я по привычке взял, закольцевал и... А это первый раз, кстати, когда я играю в экстремальный режим. Ладно, сегодня будет что-то новенькое. Долго мы не проживем, это факт. Поэтому нам и дают, показывают, типа, где будет следующая станция, чтобы можно было морально приготовиться. Потом желтую сюда можно будет вытянуть. Я, получается, остался с двумя линиями. С красной и желтой, потому что синяя закольцована, и я с ней уже больше ничего не смогу сделать. Никогда. Мне нужна будет новая линия. А если линия не закольцована, то это проблема. Трындец просто. Так, хорошо. Да, локомотив, спасибо. И новая линия. Черт. Ладно, давайте я пока возьму вагон, потому что поезда тоже нельзя менять и переставлять. Хотя бы для этого мне нужен запасной вагон и локомотив. А если мне потом предложат линию, то, наверное, в следующий раз я возьму линию. Сейчас вот там на острове появится, я туда красную потяну. Дальше. Оу, жесть. Так нельзя. Это вторая квадратная станция, кстати, и обе на острове. Офигенно. Ладно, через одну квадратную станцию у нас проходит три линии. Там у нас практически хаб, это хорошо. Красная достаточно сильно у нас сейчас будет нагружена, смотрите. И по ней ходит только один локомотив. А туда придется тянуть желтую. А у меня есть еще туннель. А у меня больше нет туннелей. А я красавчик. А как же это отвратительно. А все, да? Да. Да. Вот все, вот он проигрыш. Здрасте. Четверг. Если я дотяну до того, что мне в субботу дадут... Ну, в воскресенье дадут уровень, я еще не обанкрочусь. И там, пожалуйста, должен быть тоннель. Потому что если не будет тоннеля, все. Я проиграл. Да, это сюда, потом красную потянем наверх. Желтая будет идти вниз. Ну, пока что вроде ничего. У нас появилась эта новая станция, но там нет пассажиров пока что. Мне везет. Хорошо. Дайте тоннель, пожалуйста, будьте бобры.
Вон следующий, туда красный пойдет. На желтый проблемы, на самом деле. На красный вон тоже проблемы. Ладно. Появились пассажиры, которым надо туда. Вы издеваетесь? Локомотив. Линия. Почему я не могу в округе ее пустить никак? Я ее пущу вот сюда, к вот этой. И я буду спасен. Ну, относительно. Да, я смогу красную туда протянуть. Хорошо. Есть! Ай, блин, отвратительно. Дальше надо будет красную. Так, на красную нужен второй локомотив. Да. И на красную нужен вагон. Есть! Да, вагон-то... Я даже вагон убрать не могу, блин, я же просто ошибся-то. Ладно, на красную третий локомотив. Хорошо, на желтую тоже годится. На желтую у нас тоже большая нагрузка. Поехали. Оу, жестенько. Так нельзя. Этот забрал одного, зырьте, зырьте, зырьте. Он просто забрал одного и поехал. Ему, красавчику, хорошо. Он отвозит на эту станцию. Мне все равно нужен тоннель. И тут люди начали накапливаться. Дайте тоннель, вы что делаете? Я только вот тут кое-как спасся, блин. Они же не могут мне 2 недели подряд зажимать тоннель. Если они мне сейчас централ предложат, это вообще можно будет их убивать. Так. Синяя линия получается максимально бесполезна. Ну, потому что я не знал, как это будет работать. Скорее, суббота. А почему ты так медленно проезжаешь на стыках? Воскресенье. Давайте скорее, пожалуйста. Он тут эти круглые экспрессы собирает. Так, локомотив, да? Ну, конечно, никакого. Все, вот теперь я проиграл. Потому что, ну, фактически... Игра меня уничтожила. Сейчас накопится критическая масса. И здесь тоже нужен тоннель. Обидно, мы всего лишь человек 250 перевезем. Да, все, треугольник начал копиться. У нас только среда, ночь, мы не дотянем. Печалька. Ладно, в этот раз делик получается очень короткий из-за того, что я провтыкал. Я не уверен, что мне нравится экстремальный режим. Мне больше... Я тут и на классическом-то не особо справляюсь. Вот, они такие экстремальные. Ну, ничего не поделаешь, да. Люди, зачем вы приходите на станцию, которая даже к метрополитену не подключена? Что вы там делаете? Да, ладно. Бам-бам. Игра закончена. Коллапс. 283 человека. На самом деле, больше, чем я ожидал, говорил 250. Я плохо очень сыграл, я это знаю. А, они поменяли, как это выглядит. 334 место, ниже 15%. Просто трындец, как плохо. Ну, опять же говорю, да, это полностью мой косяк. Поехали играть в обычные тогда. Что у нас там? Варшава. О, Варшава у нас есть. Нью-Йорк я 1000 так и не насобирал. В Париже тоже не насобирал.
Поехали сегодня, наверное, сделаем реально Варшаву, а потом будем пытаться открывать новые. Лондон, Париж. Это нормальный, это не экстремальный, так что давай закольцовываем первую линию. Тут оно такое, палка в двух концах, потому что с одной стороны по кольцевой поезда ходят гораздо быстрее, им не надо тратить время на обратную дорогу, он просто идет дальше, 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 а с другой стороны, сделав кольцо, разорвать его уже не получится. Вот, ну, по-моему, насколько я... Ладно. Работает и ладно. У нас три тоннеля. Короче, никогда не тратим тоннели до последнего. Все, нужно себе ввести это как за правило. Никогда не тратим тоннели до последнего. Всегда нужно, чтобы оставался хотя бы один на вот такие вот, блин, жопные случаи. Потому что игра абсолютно непредсказуема. И когда тебе что-то надо, она фиг тебе это даст. Все нормально. Попробуем сейчас побольше растянуть кольцевую, а потом пустим транзитом через середину какую-нибудь одну линию. Посмотрим, как оно получится. Хочу 1000 человек успеть перевести. Не то чтобы проблема, а дело в том, что вначале оно все-таки идет медленно, и ты пока все управляемо, а потом резко, когда начинает появляться там по 10, по 12 человек на станции, вот у тебя перевозка людей идет очень быстро, но ты уже нифига не справляешься. В обратную сторону надо запустить один. Да, этот собирает треугольнички, этот собирает пиццу. Все нормально. Локомотив, да, пожалуйста. Тоннели, да, пожалуйста. Потому что у меня у самого еще две линии в запасе. В принципе, все нормально. Интересно, а можно ли сделать линию, чтобы на ней не было локомотива? Ну, то есть я сейчас взял бы, потратил бы все локомотивы, и потом... Опа, и все. 4 круглых, 3 треугольных, 1 квадратный. Пока что, серьезно, круглые станции самые распространенные. Ну, нужно будет как-то вот через... Через вот так, может быть, пустить. Я не... Кстати, столько времени записываю, я не знаю, видите вы мышь, курсор здесь или нет, когда... Может, я так показываю, показываю, а оно не видно никому ни черта. Дайте вагончик какой-нибудь, что ли. Так, у нас среда. Да, круглых станций пока что большинство. И везде, смотрите, везде по квадратику появилась. Квадратная станция у нас одна. То есть он едет по всему кольцу, он должен собрать квадратных, и у него не остается места на других. Получается, что квадратный экспресс у нас обычно один. Тот, кто собирает... Смотрите, вот, нет, он сейчас треугольника забрал. А этот стал квадратным экспрессом. Вот он сейчас их сгрузит здесь. Он... Человек пришел прямо когда поезд... Блин, не успел просто на поезд. Серьезно, если бы можно было как-то задавать приоритеты, это было бы настолько шикарно, что говоришь, типа, с этого забирай только треугольных, или с этого забирай только квадратных. Это было бы просто офигенски. Новая станция появилась здесь прям. Так. Так вот сделаем.
два тоннеля. Нет, в этот раз все-таки возьму вагон. Тоннели нужны, но у меня вроде немножечко есть запас тоннелей, и поэтому возьму-ка я вагончик. Оранжевую слишком большая нагрузка, мне нужно пустить по ней второй локомотив. Мне еще два тоннеля, хорошо, блин, я три использовал. Но потом можно будет в эту сторону растягивать, по крайней мере, у нас туда, вот, видите, у нас туда, по крайней мере, есть уже доставка. Так что, ну, это неприятно, но все же это выход. Я не могу поставить сейчас третью линию, потому что у меня нет локомотива. Угу. Я, наверное, желтую закольцую. И отведу ее еще вот сюда. Ну, оранжевую. Я понимаю, что это не желтая. Потому что у меня все-таки есть одна запасная линия, которую я могу потом как-то провести. Возможно, я даже ее как-то сделаю слева в углу, если там будет большой перегруз, чтобы снять с тех станций напряжение. Посмотрим. Как раз вон еще одна квадратная там появилась. Отлично. У нас квадратных три штуки теперь. Они, наверное, находятся в разных углах, так что туда будет производиться доставка. Хорошо. Еще одна квадратная, супер. Воскресенье, сейчас нам дадут локомотив. Его тратить, наверное, нельзя пока что. И два тоннеля, потому что новая линия мне ни к чему, у меня есть уже линия. Давайте, может быть, мы... вот так вот сделаем. А потом ее будем растягивать. Она у нас будет дублировать некоторые функции, а потом от нее же можно будет пойти в ту сторону, если нам что-то понадобится. Она пока что маленькая, вот эта линия будет светло-зеленая. И на ней одного локомотива нам вполне хватит. Но она снимет напряжение с вот этих дальних станций. Вагона у нас нету, да? У нас, в принципе, больше ничего нет. У нас все позаканчивалось, только туннели есть. О! В Варшаве 300 пассажиров доставлено. Супер. Среда. Нам сейчас нужно следить, чтобы на оранжевой линии не было коллапса, потому что она слишком длинная, растянутая по двум островам, и там, по сути, ходят только два маленьких локомотива. Вот. Ну... обычную зеленую линию мы перестраховали. Там у нас и вагончик есть, и через нее ходит и оранжевая, и светло-зеленая. То есть это кольцевая у нас подстрахована. Будем накидывать на светло-зеленую пока что линии. И потом туда просто закинем или вагон, или еще один локомотив. Я думаю, еще один локомотив, скорее всего, так будет. Пятница. Хорошо. Пока что идет неплохо. Ну вот я же говорю, что когда привыкаешь к такому геймплею, потом резко кидают на экстремальный геймплей. И ты такой, а, чё? Блин, ребят, на самом деле, хоть тут... Так, какая-то станция мутировала. Станция мутировала, офигенно. Тогда вот эту продлеваем сюда, чтобы у нас здесь пересечение трех станций было. Я увидел, пиццы ездят, и решил сюда. Так, локомотив, да? Переход, да. Посмотрим сейчас, где у нас скопление.
И это время поставить сюда второй локомотив, потому что тут уже разрослось. Я говорю, насколько бы эта игра не была нервной, ну, относительно нервной, я тут все равно себя чувствую достаточно расслабленным. Если вы помните, где-то год с копейками назад мы снимали Dorf Romantic. Вот такое же ощущение, что какое-то что-то медитативное, прикольное. Не знаю, какие вам ощущения приносит эта игра, пишите. Было бы интересно узнать, посмотреть. Так, у нас оранжевая линия. С оранжевой линии начинаются проблемы. По-моему, немножечко. У нас начинают накапливаться пассажиры. Накопление пассажиров никогда не является хорошим признаком, когда их уже по 3 штуки стоит, ждет на станции. Мы уже, по-моему, перегружаем оранжевую. Нам нужно будет что-то делать. Он уже четверг. Сейчас будет воскресенье. Надо будет как-то помогать оранжевой линии, потому что она уже становится перегруженной. На нее вешается больше и больше новых станций, конечно же. Во-первых. Во-вторых, оранжевая линия у нас пока что единственная, которая идет через моря. Еще и уникальная станция. Супер. Продлеваем эту линию туда, тратим один тоннель. Да, но, по крайней мере, туда будет еще хоть что-то идти. У нас вот эта вот проблема, смотрите. Здесь просто не забирают. Воскресенье ночь, наконец-то. Давайте, ребят. Локомотив, да. Вагон, да. Вот этих загрузи, пожалуйста. Почти всех, отлично. Это прям спасло нам оранжевую линию. Отлично. Вот этот вагончик, он прям в тему. Вот эта светло-зеленая линия. Да хорош, докидывать сюда, блин. Оранжевой линии вообще просто трындец начался. Так, сюда можно будет вот это вот. Мы давненько не переставляли это. Перегрузки, перегрузки. Что ты там стоишь столько времени, дружище? Офигеть, сколько он там времени простоял. Приходится идти. Сколько туннелей я потратил? Я все туннели потратил нафиг. Ладно, по крайней мере, сейчас у меня без сюрпризов. У меня все 3 линии пересекли. Третью тоже кидаем на эту линию. На эту остановку. И, возможно, здесь надо будет сделать хаб на угловой. Посмотрим. Задача со звездочкой. 7-я неделя. 2 тоннеля дополнительных, пожалуйста. Так, проблема в другом. То, что оно копится. С этих станций нужно параллельно забирать тоже.
Мне нужно вот здесь с крайней станции, чтобы люди забрались. Во, молодец. И отсюда еще пару треугольничков вышло. Хорошо. Квадрат. Сюда. Проблема. Чем больше станций дублируется, тем лучше. Разные поезда смогут развозить в разные направления. Больше мечты. У меня есть личный локомотив, кстати. Давайте я запущу по голубой линии. Проблема в том, что это круглые. Давайте это сделаем хабом. Это немножечко решит проблему, немножечко, капелечку. Ну вот вторую тоже надо делать как-то хабом, но я не знаю, как это сделать. Локомотив, да. Переход, да. Так, ну, кстати, 1000 людей мы перевезли. Не то, чтобы можно сдаваться и проигрывать, но, по крайней мере, наши цели мы добились. Окей, это приятно. У нас, кроме хабов, вон еще есть другие проблемки, так что... Здесь уже начали копиться люди. Забирай отсюда, дружище. Напряженненько. Просто одно приходится латать другим. Тут отлично, тут уже перегрузка началась. Куда ты их столько сгрузил-то? Тебе же некуда их будет выплюнуть, ты чё? Ни локомотива нет, у меня есть локомотив. Просто приходится пожар тушить. Берешь локомотив, вкидываешь его чисто для того, чтобы он поехал, забрал. Блин. Так, вот это сейчас, по идее, немножечко заберет. Хорошо. Вот тут вот вообще не решилась проблема. Воскресенье, локомотив сейчас дадут. Да. И вагон, да. Ух. Забрали. Потушили. Проблема в том, что я же говорю, что у нас перебор круглых станций. Зачем ты мимо проехал? Можешь, пожалуйста, забрать отсюда людей?
тут перебор. Проблема в том, что поезда приходят уже полными. Здесь просто трындец. Смотрите, он выгрузил оттуда людей, оставил их там. И все хорошо в жизни. Да, все, это, по-моему, уже коллапс. Хотя я хотел бы на самом деле собрать 2000. Было бы офигенно. Но 2000, скорее всего, уже не выйдет. У меня слишком большие проблемы уже. Вот тут сейчас станция лопнет просто. Это сейчас проедет мимо и никого не сгрузит. Ничего, вот эта станция сейчас... Вот эта, скорее всего, сейчас лопнет, которая... Да. Ну, ладно. На мой взгляд, кстати, это самое большое количество людей, которое я перевозил за все время. 1700-1800, да. Игра окончена, но окончена она красиво. 1779 человек. Менюшку? У меня должна была открыться, по идее... Во-первых, у меня Лиссабон открылся. Спасибо. Из Чикаго, Берлин... Погоди, Берлин же ж мы проходили. Мельбурн... А, Берлин мы проходили в этом, в городском. Мельбурн. Чикаго. Лиссабон. Лиссабон у меня все-таки открылся. Хорошо. Наверное, туда мы в следующий раз и отправимся. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.